Алиев буквально выжал из Путина полное признание Россией азербайджанских границ в ее нынешнем виде и даже призвал повлиять на то, чтобы Армения вывела из региона абсолютно все свои войска. Мы ожидаем, что армянская сторона будет полностью выполнять все пункты декларации от 9-10 ноября 2020 года, касаемо вывода всех армянских вооруженных сил с территории Карабаха, а также открытие коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахчеванской автономной республикой. Ну и что вы думаете?